году уже 12 раз оказывался на подиуме. И ему остается всего-навсего 2 раза оказаться в топ-3 по итогам этапа Кубка мира, чтобы побить свое лучшее достижение, 14 подиумов в сезоне 2014-2015, который он установил. Я думаю, что Петер Прэвц уже тут в Саппоро может этого добиться, а в Осло на будущей неделе превзойти этот результат. 100 метров. 100 метров.